И жили они долго и счастливо. Доброй ночи, дорогая. Это мой шанс. Я иду за тобой. Фу, еле пролезла. О, что это было? Не бойся, крошка. А? О, не трогайте меня. Вот ты и попалась. Что с тобой? Я ошиблась с комнаты. Ну и монстр. О, нет, только не это. Как круто. Тебе здесь не место. Возвращайся в свой мир нёрдов. Может, ты станешь моей новой мамой? Я не готова. Иди домой. И что мне теперь с ней делать? Пожалуйста, это совсем не сложно. Одна подпись и все. Да что ты себе позволяешь? Это возмутительно. Я влипла. Смотри, я теперь как ты. Пожалуйста, не делай этого. Нужно что-то придумать. Так, точно. Как насчет колеса преображения? А, ты готова? Мы с Дэдди хотели ребенка. Но точно не планировали нёрда. Подберем тебе образ получше. Тут собраны самые сливки. Надеюсь, мне повезет. А кто это? Только не нёрд, умоляю. Так, другое дело. Ура! И долго она будет это делать, а? Фу, еще эти прыщи. Пора от них избавляться. Только этого не хватало. Оу. Это может сработать. Молотые кофейные зерна используем как скраб. Ага. Оу, вау, как пахнет. Это еще не все, малышка. Моя кожа, здорово. Не стоит благодарностей. Спасибо, маме. Малышка, что с руками? А что не так? Давай я возьму перчатки. О, ни в коем случае. Мы разберемся и без них. Прошу, надень это. Скоро тут все будет блестеть. Не бойся, у меня научная степень в маникюрных делах. С этим раствором ты забудешь о грязных и некрасивых ногтях. Вау! Трум-трик! Супер-пена готова! Можешь окунуть в нее руки. Маме, мне страшно. О, дорогая, где нейтрализатор? А где мои ногти? Только не это! Франк удался. И как ты купилась на это? Смотри, все хорошо. И со мной, и с ногтями. Они еще никогда не были такими красивыми. Какой аппетитный. Детка? Ма, помоги достать. О, как всегда, вовремя. Не двигайся. Тебе нужна расческа посерьезней. Эй, верни. Что-то прицепилось. Неловко. Ага, а вот и оно. Теперь сплести тебе косички. Это сущий пустяк. Ух ты, прикольно. Есть кое-что прикольнее. Это может стать неплохим украшением. Смотри, малышка, красные розочки отлично дополнят твой образ вампира. И я смогу ими перекусить. Отличная идея. Минутку. А где мой чизкейк? Но как? О, он так вкусно пах, а я не ела еще со вчера. Только взгляните на эту уточку, пускай будет у тебя. Мой автопортрет тебе на память. Конечно же, ланч. И твои документы. Ты готова? Ну нет, а как же наряд? О, только не нервничай. Сделаем тебе вампирский наряд. Черный фатин отлично подойдет для этого. Вуаля, теперь прострочим. Получилось неплохо. Вау,
Вау, мами, ты самая лучшая. Ну что за вампир без летучей мыши? Знакомьтесь. Ух ты, можно поиграть с ней? Нет, ты что? Она не для этого. А вот и плащ для моей малышки. Прекрати, он мой. Он будет моим. Перестаньте, давайте лучше сыграем. Согласна. Замечательно, тогда прошу к столу. Не думай, что одолеешь меня. Детка, расскажешь правила? Сперва надуваем шарик, а затем сдуваем стаканчики. Начнем! Ага, ну сейчас я тебя перегоню. О нет, как же так? Ха, лузер! Получается, я должна отдать тебе плащ? О, это было нечестно. Ну не плачь, вот тебе утешительный приз. И вправду мне? Да, вот тебе немного крови. Ух ты, круто! Почему? Почему я никому не нужна? Даже за бесплатно. Кто тут ревет? А, понятно, Барби. Представительница кукольного олдскула. Это так унизительно. Я такая несчастная. Эй, хватит ныть. От твоих слез паркет вздувается. Что? Это ты? Я помогу тебе стать популярной куклой. О, спасибо. О, мои волосы словно пакля. Фе. О. Да, покрась их уже. А? Что происходит? А, откуда этот дым? О, мои волосы, они покрасились, класс! Одежда, а что не так с моей? А, ладно, приоденусь, помоги мне. Вот это, а? Нет, сразу нет, это мимо, а в этом что-то есть, но все же нет. Да что с ней не так? Ха, я все устрою. Ай-яй-яй! Пустите! Не надо! Помогите, помогите! О нет! Что ты собираешься делать? Только не челку! Лучше прикончи меня! Нет! Это было бы слишком. Не дергайся! Нет, не надо, пожалуйста! Что? О, ты пошила мне платье. Вау, мне очень нравится. Спасибо большое. Прости, что не доверяла тебе. Сладкие сны. О, привет, детка. Оу, брови, я подстригу этот газон. Что ты делаешь? Остановись! Спи, а я разберусь с твоим волосатым лбом. Смотри, что у меня есть. Ого, это то, что я думаю. Нет, это не кухонный комбайн. А что? Сейчас покажу. Это воск. Это наносим на ненужные волосяные участки. Я что-то сомневаюсь в этой идее. Снимай ленты. О, мой бог! Ай! Как больно! Последнее! О, как дела? Что-то не так с руками. Мне нужны браслеты, как у настоящей мамы. О, привет, маме! Давай же, снимайся! О, эй, ты что делаешь? О, прости, ничего. Если тебе нужны браслеты, сделай их, а не воруй. Ну ладно. О, у меня же теперь длинные руки. Вот так. Давай, давай. Еще. Иди сюда, не бойся. Я одолжу вот это. Спасибо, не обижайся. Мне жаль. Нет, не жаль. Круто. А что еще в этой коробочке есть? О, какие прикольные сережки. Оу, эй. Фу, отстойные сережки. Дизлайк, дизлайк. Эй, а что тогда? О, снимай эти, я сейчас принесу. Хорошо. Сейчас в моде дерзкий пирсинг.
Вот, попробуй это. А, ну как я? Оу, я крутая мами Лонглегс, да? Да, очень неплохо, ты крутая. Хорошо, еще, молодец. Ой, у меня такие ужасные туфли. Давай, Ниной, сделай крутыми эти убогие тапки. Есть одна идея. Возьми Кисси-Мисси, она никогда мне не нравилась. Давай ее побреем. Давай. У меня кучерявые туфли. Прикольно. Вы самые жестокие куклы, которых я встречала. Я готова. Посмотрим, как теперь я понравлюсь людям. Новенькая, а она ничего. Эй, красотка. Это мне? Мне кажется, мы созданы друг для друга. О, да. Ну вот, почти прилетели. Самое вкусное в доставке – это курьеры. Я дома и не с пустыми руками. Ты опять воруешь детей? Аш, ну а как тут удержаться? Хватит, как так можно? Она же совсем маленькая. Ага, от этого еще вкуснее. Вставай, малышка, умница. И только попробуй к ней притронуться. Ну и зануда. Какая хорошенькая. Добро пожаловать в семью. Немного времени и терпения. Давай я тебе кое-что покажу. Это наш семейный альбом. Смотри. А почему меня здесь нет? Сейчас мы это исправим. Тебе нравится это фото? Теперь оно будет здесь вместе со всеми. Предательница. Я тебя так люблю. Мне она такое не говорила. Ну и не надо. Я улетаю. Ого, я тоже так хочу. Ты в порядке? Думаю, она скоро устанет. Ну или не скоро. Давай, ты уже час пробуешь. Лети. Я не могу. Ну за что мне это? Ух ты, мамочка, это мне. Так точно. Спасибо, это лучший подарок. Ла-ла-ла-ла, вампиры рулят, бегите, крестьяне. Что? Мои глаза. А ну прекрати, хватит, отдай это сюда. Мама! Сама ничего не можешь, я беда. Лео, ты опять за свое? Что, мой цветочек? Что стряслось? Иди к мамочке. Ну, мам, я просто игралась. Хочешь новую игрушку? Еще спрашиваешь. Мы вампиры, поэтому и пузырьки у нас будут кровавого цвета. Добавим пигмента, и все готово. Обмакнем в мыльную воду и вперед! Аш-аш! Ничего себе, как круто! Давай, мама, еще выше! Не поняла, кто запер двери? Эй, откройте! Ага, запасной ход! А я говорила маме, что тут тоже нужно убирать. Ничего себе! Кажется, я была права. Пойдешь в мою личную коллекцию. Просто супер! Ладно, нельзя отвлекаться. Посмотрим, чем занята эта вредина. Думаю, это мой шанс. В этот раз мамочка тебя не защитит. Ну что, лови, сестренка. Упс, осечка. Как странно, откуда оно тут взялось? Что за шум? Дорогая, ты здесь? О, нет! Что здесь произошло? Я пропустила охоту? Ничего страшного. С тобой все в порядке? Ага, лучше всех. Думаю, это стоит отложить. А почему? Иди пока поиграй. Ну вот, я никогда это не отмою. Вот ты где. А вот и твой телефон. Спасибо. А как снимается этот чехол? Может, его можно оттереть? Стоп, что? Это не настоящий телефон. Мама, мой телефон превратился в картон. А я даже не заметила. Вот, забирай. О, спасибо. Совсем другое дело. Объедение. Эй, детка, подумай о своих зубах. Как же ее отвлечь? Знаю. Может, ты хочешь пойти к дантисту? Аш! Дантист? Подумаешь, дантист. И что? Серьезно? Не сработало? Ха, ну ладно, тогда я сама. Если есть много сладкого, то оно начнет есть твои зубы. Чтобы им помешать, нужно тщательно чистить зубы. Каждый день, понятно? Ну да, ничего сложного. Давай попробуем на макете. Смотри. Кариес так боится пасты, что сам убегает. И вуаля, чистые, а главное, здоровые зубы. Ну ничего себе. Если я буду чистить зубы, у меня будет так же. Тогда я в деле. Умница, дочка, не буду отвлекать. Ну да, лучше я поем. Я все вижу. Я вам
хватит кричать. Тебе пора ложиться спать. Давай. О, наверное, ты права. Ну все, укладывайся поудобнее. Я прочитаю тебе сказку. Однажды в далеком-далеком лесу... Я уже читала эту сказку. Жили... Ну кто там жил? Эй, проснись! Что? А, точно! На чем мы остановились? Там жил большой паук. Ну и скукотища. И его подруга летучая мышь. И потом пришла мудрая кошка. О, а можешь тут поставить на паузу? О, малышка, ты уже спишь? Такая милая. Люблю тебя, сестренка. О, смотри, я тоже могу быть вампиром, а? Нет, ты саблезубая мама. Если хочешь стать вампиром, воспользуйся этим. В этой инструкции указаны все этапы. Вот. Ну и где у нее карандаши? А, что? Ты хочешь, чтобы я стала такой же? И где она это взяла? Ладно, ради дочери я готова. Сколько стоила та кукла? А, кажется, этого мне не хватит. Может, на дне завалялась? А это что? Мистери Бокс. Думаю, это то, что мне нужно. Наберу их, пока не поздно. Ага. Алло? Поздравляю, вам крупно повезло. Этого хватит? Да, но не так быстро, мэм. Ладно, я не спешу. За сумму вам полагается мини-набор «Кровавый след». Давайте сюда. Спасибо вам большое, пойду распаковывать. Дикая какая-то. Ну ладно. А вдруг там маленький вампир или... Ах, как всегда... Ты что, разговариваешь? Не только. Еще я могу помочь тебе стать вампиром. А, интересно, как? Давай начнем с прически. Ух ты, спасибо. Удачное приобретение. Никогда такой не видела. Зажимаем волосы и проводим вдоль пряди. Как здорово! Не думала, что вампиры такие стильные. Спасибо, мышка. Дальше кожа. Ага, сделать бледнее – это я могу. Посмотрим, куда же я положила муку. Хотя, если подморозить лицо, выйдет не хуже. Мышка, ты звала? Я же занята. Не хочу, чтобы ты заболела. Попробуй эту маску. Это мне? Что дальше? Клыки. Наверняка я смогу найти их в боксе. Тут какая-то записка. Интересно, что внутри? Формула. Клубника, молоко и кальций. Мышка, где ты это нашла, а? Это же портативный блендер. Думаю, он мне сейчас пригодится. У меня есть все ингредиенты. Осталось смешать их вместе. Сперва клубничка. Затем молоко. Если бы не кальций, получился бы милкшейк. Готово. Плотно закрываем крышку и включаем. Ух ты, карманный водоворот. Подготовим бокал. Замечательно. Мои молочные клыки готовы. Теперь перельем коктейль. Пахнет вкусно. Ой, надо же посмотреть, как получилось. Что? Где они? Не переживай, просто коктейль еще не взялся. О, в каком-то смысле. То есть клыки просто опаздывают? Я опаздываю на родительское собрание. Ой! Просто шикарно. Скотч, только на тебя надежда. Теперь моя сумка похожа на место преступления. Этого еще не хватало. Значит так, мне нужна новая сумка. Только спокойствие. Оборачиваем круги картона тканью. Из красного фоамирана вырезаем нашу любимую мышку. Нужно соединить половинки. Полоска картона, обшитого тканью, подойдет идеально. Трум-трик. Вот так магия. Украсим нашу сумку, а с ней и летучую мышь. А это защита от карманников. Думаю, стоит добавить еще и шипы. Ну-ка, взглянем в зеркало. Просто шикарно. Ну давай же, взлетай. Почему не получается?
Ну и запашок. Лучше бы она улетела. Мама, у нас что-то испортилось. Что за запах? А, что, малышка? О, нет. О, срочно нужно убрать этот запах. О, духи для меня. Круто. Спасибо, мышка. А где дозатор? Так ничего не выйдет. Хм, возьми мой флакон. О, думаю, я разберусь с этим. Вот это да. Я могу набрать, сколько мне нужно, и не носить с собой целый бутылек. Как же здорово! Ребята, извините за неудобство. А теперь продолжим тренировки. Кажется, нам пора запастись противогазами. Хи-хи. Эй, куда ты собралась? Интересно, зачем ей понадобилась вентиляция? Я должна отправиться за ней и выяснить. Мама-детектив берется за дело. Ха-ха. Ух ты! Нужно будет убрать здесь пыль. О, это же малышка. Что она делает с Барби? Сходить бы к школьному психологу. Хм. А куда подевалась мышка? А? Ого, получилось! Наконец-то! А, помогите кто-нибудь! Он сейчас меня съест! А. Держись, крошка! Я не дам тебя в обиду! Ну и как тебя угораздило сюда попасть? А, слушай, у паутины такой красивый узор. Думаю, он дополнит мой образ. Готово. Пора примерить мое новое украшение. Ух ты! Ничего готичнее в жизни не видела. Вау! Вот эта красотка! Эй, даже не думай. Ты чуть не съел мою мышку. Пора свериться со списком. Ха-ха. Кажется, дочка еще не догадывается. Только тсс, это будет пранк. А кто здесь? Это что, вампир? Аж. Та-дам! Теперь я вампир, как ты хотела. Вау, какая ты крутая. Питание, игрушки, гимнастические упражнения. Без этого вам не стать супермамой. Только ей достанется VIP-палата. Ну что, дамочки, подтяните животы. Посмотрим, из какого теста вы сделаны. А? Вы что-то не поняли? Втянуть животы. Славненько. Вампир, расправь крылья. Маме выше нос. Барби, что с животом? Собраннее быть надо. Вот так, отлично. А теперь самое важное. Ну вот. Смузи совсем, что хотят беременные. Дамы, подставляйте бокалы. Здесь все от клубники до арахиса. Приятного аппетита, девочки. Почетное звание так просто не получить. После родов вам придется носить ребенка не вы, а на животе. Для этого мы подготовили для вас этот тренажер. Хм, все ясно? Держи, Барби, ознакомьтесь с ранцем. Так, вампи, он прочный, можешь не проверять. Оу, у меня появилась идея. Покажу, что я мастер на все руки. Хо, так намного безопасней. И ребенок постоянно будет в объятиях. Правда, здорово? О, отличная работа! Горжусь тобой! Как дела у остальных? Ой, я тоже хочу авторскую сумочку для ребенка. Материнство тоже может быть стильным. Еще пару петель. Ага, отлично! Чтобы сделать глаза, наклеим 3, а лучше 5 кружков. Теперь и сумка будет смотреть за ребенком. Если малыш будет внутри, то сумка его не увидит. Нужно сделать еще одну. Каркас есть, розовый, мой любимый цвет. Беру. Такой мягкий. Уверена, ребеночку понравится. Ножницами уберем лишнее. Ой, из этих ниток выйдет симпатичная окантовка. А чего не хватает? Точно, лямки. Моя сумка кенгуру готова. Давай, сумочка, ты за няню. Отлично, я готова. Держите, давайте проверим вашу переноску. С радостью, правда, элегантно. Аккуратнее, прекрати. Барби, стоп, это небезопасно, он же мог выпасть. О, не бойся, бэби, все хорошо, чокнутая. О, но ему нравилось. Ну что, вампи, как твои успехи? О, что это? Ну вот, готово, давайте его мне. Ни за что, так до инфаркта недалеко. Ой, спасибо, я очень старалась. Тут все для ребенка. Ладно. Ну вот, крепление есть. Иди к мамочке. Окей, я уже начала за него переживать. Настройтесь на свою чакру, девочки. Вдох и выдох. Всем намасте. Сегодня мы откроем мир йоги. Давайте, девочки, глубокий вдох. Я могу и не дышать. О, это же как на Бали. Ом. Полное умиротворение.
Девочки, думаем о хорошем. О, мой бог, что это? Снимите это с меня! Что за шум? Это Барби? Барби, выдыхай. Ладно. Отпусти привязки. Они от меня не отстают. Кто знал, что пауки тут такие же, как на Бали? О, Барби, все хорошо. Просто глубоко дыши. Фу. Я приготовила овощной салат. Все свежее? Попробуйте. Засчитано. Барби, что у тебя? Нужно это отпраздновать чем-то сладеньким. Великолепно. Думаю, никто не заметит. Барби, ты не можешь есть игрушечную еду. Это опасно. Фу! Зачем ты меня этим кормишь? Ты хочешь, чтобы я отравилась? О, чувствую, мне сейчас влетит. Габриэль, если что, ты овощ. Спрячься. Вамби, что это? Это теплый салат по моему рецепту. Тест на запах? Да, вроде все свежее. Кайли, помоги! Что? Мне не показалось? Тише, ты же все испортишь. Мне показалось, что меня кто-то звал. Наверное, ветер. А куда делся медбрат? Ну ты даешь, подруга. А почему вы смеетесь? Не спрашивай. Ну что, девочки, поздравляю, вы прошли курс супермамы. Ура, девочки, я знала, что мы справимся. Давайте, я вас обниму. Эй, чего вы плачете? Мы же беременны. Так, возьмите, должно хватить всем. Эй, прекратите. Не указывай нам. Посмотрите на Кайли. О, эти беременные. Ладно, идем, маме, нам пора. Они забрали у нас маме. Маме, ваше место готово. Сейчас выведем вашего ребеночка на экран. Мой ребеночек уже там. Не терпится его увидеть. Еще рано, мам. Нужно, чтобы вы легли на кушетку. О, хорошо. Устраивайтесь поудобнее. Думаю, это будет не так уж и просто. Вы мне не поможете. Спасибо. Дальше я сама. Фу, так в самый раз. Мне прилечь? Отлично. Здесь прохладно. Давайте укроем вас. Сейчас мы выведем изображение. Нужно немного подождать. Что там происходит? Ничего не понимаю. Что там вообще происходит? Все в порядке? Мне нужно кое-что проверить. Мэм, вы не могли бы не играться во время процедуры? Мэм, перестаньте. Я вынужден забрать это у вас. Давайте отнесемся к этому серьезней. Вы еще успеете наиграться с ребенком. Так гораздо лучше. Посмотрим. С вашей малышкой все в порядке. О, Поты, не дождусь нашей встречи. Это все? Спасибо, док. Вы поможете? Благодарю. Выход там, верно? Да, мэм. Приветствую вас, сестры, то есть мамы. Присаживайтесь. А можно мы сразу приляжем? Я вас жду. Это не так просто, как кажется. У меня почти вышло. Это все? Нет, это только начало. Начнем с расслабляющего дыхания. Кажется, я падаю. Поймала, спасибо. Не за что. Теперь наклоны. Она в своем уме? Ладно, я поняла. Попробуем что-то другое. Выход из моста в планку очень разгружает спину. Попробуйте. Как-нибудь в другой раз. А что? Ну да, стоит попробовать. Может, действительно поможет. Так, аккуратней. Барби, у тебя что, ноги действительно из пластмассы? Пожалуйста, только не перевернитесь. Великая йога, в жизни такого не видела. Могу научить так же, только это дорого тебе обойдется. Знаете, я, пожалуй, как-то обойдусь. Занятие окончено. Эй, мы же только начали. Вампи, ты продолжишь? Знаете, раз мы собрались на природе, давайте устроим небольшой пикник. Что у меня? Ну и запах. Ужас. Я свой пакет недавно брала. Что с ним не так? Мерзость. Вам повезло, что у вас есть я. Угощайтесь. Давайте все смешаем. Скидывайте ваш ланч в боул. Думаю, один запах перебьет другой и создаст идеальный. Надеюсь, никто не против ветчины. Кажется, время заморить червячка. Какой аромат! Всем приятного аппетита! Чур, я пробую первое. Тогда я следующая. Я предлагаю добавить немного витаминов в наше блюдо. Сейчас я мигом почищу это яблоко. Я слышала, что в кожуре больше всего калорий и нитратов. Готово, подружки. Будет честно, если мы поделим его на части. Чем больше, тем лучше.
Вместо вишенки яблоко на нашем тортике. Всем приятного аппетита! Пахнет невероятно! Объедение! Белиссимо! Я уже здесь. Дышите, мэм. Вдох и выдох. Продолжайте. Я отведу вас к акушеру. Осторожно. Вот так вот. Дышите. О, у меня девочка. Теперь я дважды маме. Представляете? Мы так за тебя рады. Это так трогательно. Поздравляю. Пока. Нас уже ждет Дэдди.